Всем привет! У нас сегодня день спорта. Активного отдыха. Берите пример с нас. Хватит выпивать, занимайтесь спортом. Сегодня мы на снегоходах. На двух снегоходах, пока прям с нами Саня, Николас. Да, он у нас был на рыбалке, вы его видели. Надеюсь, мы еще в полях кого-то сегодня встретим. Сегодня у нас просто кружочек, покатушечка вокруг деревни. И, собственно, выпивание небольшое у нас будет. Ну так, по-легенькому. Сильно пить не будем, уже за рулем. Надеемся, кого-нибудь встретим, может быть, там притусим кому-нибудь. Ну, пока мы вдвоем. Ну, сегодня для меня первый выезд. Ребята уже ездили на той неделе, а я вот первый раз, мне прям в радость сегодня, я прям очень счастлив. Все, вдвоем. Все, поехали. Поехали кататься. Такого прохвата, правда, он был небольшим, надо немножечко согреться. Макс, вот смотри, аж потело. Начинаем наше путешествие уже на другом уровне. Выходим на более высокий. Запкату. Да? Если кто-то будет ругаться, у нас Николас водитель, он не пьет. И Александр, который снимает. Мы пассажиры. И это самое. Видите, у нас поля сейчас какие, Сань, сними. Вот эта вот херня, палки вот эти торчащие, у нас совхоз развалился, перестали поля перепахивать. В том, в позатом году поля были чистые, ровные, заснеженные, вот этих палок не было. А теперь, блин, палки мешают эти. На некоторых полях вообще тяжело кататься стало. Надо куда-то, не знаю. Куда? Нигде нету нормальных полей, чё. Ну ладно. В деревнях вообще не проедешь, там вообще уже давно не пахнет. Подъехали мы к нашей просеке, где мы все время заезжаем. Здесь вот летом течет речка, и здесь прям болотце такое. Сейчас все замерзшее, снегом засыпало. Вот в этом месте мы тогда засадили три квадра. Вот тут ссылку вот. Макс наверху там скинет. Да, если хотите посмотреть, то зайдите. Посмотрите. Да, но сейчас мы здесь проедем вообще без проблем. Ну, конечно, на снегоходах здесь зимой, все четко. По зимнику. Все, поехали просто, дальше. Просто. О! Николас. Николас пошел, смотри. Ну, Николас опасно сейчас, он эту технику управлять не умеет. Хотя нет, смотри, он как справляется. Раз на снегоходе ездит. Не, нормально прошел, без проблем. Да? Прям дальше. Встретили серьезную технику. Спортсмен. Это 6 на 6, да, у нас? Да, 6 на 6. Блин, ну серьезный аппарат. Биг босс. Биг босс? Биг босс. Блин, он до хрена, кстати, стоит-то. Ничего себе поснимаем, не? Слушай, ну а как по полю-то идет? Нормально, не? Блядь, сейчас тут пробую, охуенно. Ну сколько разгоняется? Да? Ну он начал новый. Новый, да? Откат? Конечно. Блин. Ну таком между деревьев плохо ходить, мне кажется, не? Он подвижный уже. Да? Снижаемся все отсюда. Сейчас, я думаю, еще с горки не съедем, разочек поднимемся. Все уже поперли. Все, едем домой. Еще квадробрат одного зацепили, так что в нашей группе теперь будем гонять. Три спортсмена у него. Короче, у нас тут небольшой инцидент. Женек пер, сюда уперся, ну все, конец, вытащить не можем. Просто я газу мало дал. Газу мало дал. Сейчас либо руками будем вытаскивать, либо снегоходом. Мне кажется, руками надо. Давай. О! Готово. Как вам операция? Нормально. Едем дальше. Все нормально. Бомбарде даже очень старый, снегоходы очень сильные и мощные. Хорошие рычаги. Зацепили елку. Результат видите? Снесли ее нахрен. Ну, честно вам скажу, на Новый год мы елку купили. Вот это нам лишнее. Так что мы его сейчас выкинем. Вообще вот полностью, Рафик был полностью невиновен. Это просто елка на дорогу выбежала. Слушай, ну а ты прям по центру в него вошел? Нет. Лыжами, да? Мы, короче, с Саней гнали. Мы, смотри, мы вот а там, где она? Видишь? Где эта елка-то была?
Вот она, вот тут стояла. Вот это вот след наш. Вот здесь елочки валяются сейчас, следы. Так получилось, мы на обочину заскочили, дал газу, нас стало сносить вниз. Мы с Саней перевалились, и так получилось, как раз одна лыжа вверх поднялась и прям елку цепанула. Ну а ты на какой скорости зашел на нее? Ну не, немного. Немного, тут, да? Видишь, тут скорость-то маленькая, мы вот остановились прям сразу. Да ну нахуй, он сейчас везет. Короче, едем дальше. Везем Саню домой. Кому нужна елка на Новый год, пишите в личку, договоримся. Я чтобы не попасть в ДТП в очередной раз. Ну он просто лег на бок. Я дал газу и ушел в обочину. Не, ну все равно тут красиво ушел, обошел прям четко. Тут просто сугроб оказался просто хилькиный. И мы его просто не взяли, вот и все. Я думаю, сейчас мы тут... Кстати, я тут не очень сильно застрял. Морда вон висит, сейчас может и выйдет, да? Он выскочит вообще легко. Ну сейчас Саня поможет, давай, Сань. А что давай? А я поснимаю. Снимаешь. Коль, ну давай, что там? А ты, может, заведешь его, не? Газ! Кнопка! Газу, Женек! Да какой газу? Здесь все я даю. Давай! Не? Назад. Давай! Назад! Не-не, давай вперед! Пошел! Все, выехали! Фу! Дальше прям! Коль, давай, выезжай! В общем, мы... Завершаем нашу покатуху, нам надо Колю отвезти домой. Мы встретили Женька, вот он к нам подъехал. Он у нас был в одной из серий, где он еще был на рысе, а теперь смотрите, какую тебе технику принял. Да, Yamaha Ventura. Муха не сидел, только Женек сидел и пердел сиденье там. Мы сейчас это, ролик вам покажем, не покажем, а вверху ссылку скинем, где мы тащили его, рысь была, рысь тащили. Я еще про тайгу мечтал еще, я помню, да. Когда камеру на выше, человека лицо, как он министр ее. Короче, прем мы Колю отвозим домой и уже будем нашу покатуху завершать. Да, потому что время 4 часа где-то приблизительно. Уже скоро катаемся, наверное, сколько скоро мы? Скоро начнет темнеть просто. Часов 6-7 уже катаемся уже. Ну, у нас фары есть, доедем домой. В принципе, у нас потихоньку начинается трэш. Почему потихоньку? Потому что вот все как-то накатом шло. Все хуже, хуже и хуже. Застревание. Теперь смотрите, мы приехали вот оттуда. Смотрите, как мы в какой снег заехали. Глубина здесь, ну, прям реально хорошая. Ну, по яйке. Вот туда просека, просто завалено, туда никто не ездил. Единственная дорога, посмотрели по картам, и вот единственный след снегохода есть направо. Нам сейчас надо как-то уехать туда. До Колиного места жилья вот здесь вот, в принципе, 300 метров. Но через лес мы не проедем. Здесь слишком много снега и бурелома. Надо как-то искать пути. Сейчас сегодня все это закончится, мы не знаем. Мы уже начинаем немножко побаиваться. Но с другой стороны, бояться нам нечего, у нас есть фары. Мы приехали, проехали порядка 100 километров сегодня, за сегодняшний день. Очень устали, с 9 до 6 мы где-то покатались. Ну, сил потратили очень много, все болит сейчас. Так что, ребят, занимайтесь спортом. Расширяйте ваши сосуды. Расширяйте сосуды. Не только алкоголем, но и спортом. Хватит бухать. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.